Всем привет, с вами Дмитрий Добровольский, и это третий выпуск «Стройка с мистером Дедичем». Как вы видели в предыдущем выпуске, вот мы залили фундамент, не полностью, а вот этот 6х6 кусочек. И вот видите, отремонтировали нижние бревна, гнилое выкинули. Сруб собираем на мох. И продолжаем заливать фундамент для пристройка. Пристроек примерно 6х4. Вот. Вот, сейчас вот мы собрали два венца. Вот, бревна лежат еще. Нужно собирать дальше. Все подписано, видите. Так, вот уже три венца. Вот видно было только что новое бревно, половина вообще нового бревна, первый венец. Дайте, что у нас идет. Ходим, смотрим. Все поснимаем, опалубку поставили дальше. Арматура закончилась. Так вот. Льем цементик. Ну вот, ведь сверху пристроек, основной колодец мы начали стены собирать. Вот там вдали песок, бетономешалку вы видели. То есть, вот конец дня. Пока что три венца собрано. Изнутри вот под окном вставочка, то есть не вставочка. Вот продолжили лить фундамент, выставили опалубку, арматура уже кончилась, как вы слышали ранее. Вот столбик и свая, вы только что заметили, которая там стоит. Инициалы, конечно же, мои на фундаменте по-любому. Жаль, не было времени, чтобы поснимать все детально, именно сам процесс работы. Не было оператора. Ну, на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, следите, смотрите предыдущие выпуски, последующие. Все. Всего доброго. Всем пока.